В 2020 году было принято решение на наблюдательном совете о завершении строительства данного дома. В 2021 году приступили к завершению строительства. И вот на сегодняшний день мы видим готовый дом, благоустроенный. Строительство завершала группа компаний «Первый строительный фонд». Все выполнили в срок, по графику, поэтому в ближайшее время приступим к передаче ключей от квартир. Вручаем вам торжественно ключи в этот праздничный день. Вы первый дольщик, который получает от своей долгожданной квартиры. Пожалуйста, прошу, открывайте, приглашайте. Спасибо. На свое жилье. Не верится, конечно, после столького времени, что мы все-таки чего-то добились и сегодня вручили ключи. Вот такой перед Новым годом, прям подарок отличный. История долгостроя начинается в 2016 году, когда было выдано разрешение на строительство. К сожалению, в 2018 году застройщик ПТК «Стройинвест» был признан банкротом. Пострадавшими у нас обозначено здесь 47 дольщиков. Мы стали отбивать по пороге в мэрии, в администрации, но, к сожалению, и митинги проводили, и пикеты, но, к сожалению, у нас с места практически не сдвигалось ничто. Данный дом достраивался при содействии ППК фонда, Московского фонда развития территории. Суть механизма в том, что 22% бюджета Новосибирской области направляется и 78% это федеральный бюджет. На сегодняшний день, соответственно, по выплатам направлено уже более 5 миллиардов денежных средств для компенсации дольщикам. И восстановлено в правах более 2000 граждан.